Происшествия, которые везде считаются чрезвычайными, в Одессе стали печальной нормой. Если на голову человеку падает камень, для нашего города это уже почти что мелкий повседневный эпизод. Преступная халатность остается безнаказанной. Падение камня на голову прохожему зафиксировала камера наблюдения. Случилось это на углу улиц Садовой и Торговой. После ранения пострадавшему оказывали помощь в больнице. Окажись на его месте человек послабее, старик или ребенок, для него жизнь была бы окончена. Здание ремонтируют после обрушения карниза. В сентябре упало несколько сотен килограммов камней и штукатурки. Никто не пострадал. Местный ЖКС, жилищное управление «Ренессанс» обещало привести дом в порядок. Дальше будем принимать решение по восстановлению данной кладки. Ну, как бы там письма будем писать и принимать какие-то меры. Как видно на этой съемке, перед началом работы ремонтники не огородили площадку, достаточно большую для обеспечения безопасности прохожих. Ленточку натянули, как положено, только после происшествия. Такая халатность должна стать весомым аргументом для уголовного производства. У городской власти есть основания проверить, кто и на каком основании занимается ремонтом зданий. Есть ли у этих людей специальная подготовка и разрешение на работу по профессии. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».